Обласний тур інтелектуально-забавляльних гульнів «Молодіжний квіз» завершився у Могильові. Більш за 120 хлопців і дівчат. Активісти УБРСМ споборнічили у логіці, ерудиції і веданні історії Білорусі. Перший отборочный тур молодежного квизу отбылся еще в листопаде. У им приняли удел несколько тысяч старшеклассников. Как Могилева, так и району. Усеяны активисты БРСМ. Причем организаторы отмечают, молодь сельских школ вельми активная и мэтанакированная. Например, летось у областном этапе переможцем отзначенный Хотимский район. Сёлета на в области 16 команд. Усеяны переможцы районных этапов. Квиз – сучасный формат викторины. Сегодня сярод молоди мая особливую популярность. Сегодня проходил молодежный квиз. Мне очень понравилось, потому что мы часто принимаем участие в подобных мероприятиях, интеллектуальные конкурсы, и ну, я получила массу приятных эмоций. Такие мероприятия развивают круг даже того же общения и так далее, то есть свой интеллектуальный разум. Мероприемство складалося з 6 блоков, у кожным по 6 питанняў на пэўную тематику. Ад логічных задач до питанняў по беларускай гісторыі, выбітных земляков, брендов и іншага. Для отказу дается 30 секунд. Мне очень нравится дух соперничества. Люблю участвовать в таких интеллектуальных мероприятиях. Очень забавляет, интересно. Узнаю что-то новое всегда. Особенностью этого тура молодежного квиза является то, что вопросы составлены были так, что они включали в себя не только программу школьную, но и также, что немаловажно, были включены вопросы по патриотическому воспитанию молодежи, по жизнедеятельности, то, что сегодня очень активно интересует молодежь. У выніку першае месца заняла команда Могилёвского областного лицея номер 1. На другим и третьем 38-я школа Могилёва и городская гимназия. Активная молодежь, да, она, так сказать, собралась в одно место, и можно как бы познакомиться с этими ребятами, может, какие-то там советы, там, идеи какие-нибудь можно будет взять. Вот и так просто познакомиться и с такими людьми, с такой молодежью, которая тоже любит и готова развивать страну дальше и дальше. И уже зусім хутка пераможца областного этапа поедет представлять Могилюшину на республиканском туре. Алена Милюшчанкова, Леонид Сикорин, новини региона.